Сломалась машина. Ждем эвакуатор. Позвонили и зашли в кафе. Вымыть руки. Хазбанд лапал двигатель весь. Черные пальцы. И заказали mushrooms. Stuffed mushrooms. Начиненные грибы. О, oh, what about me? It's inside very hot, а? Машина сломалась. Ждем эвакуатор. Ой, господи. It's very hot inside. Hot inside, да, но... Грибы внутри. А сверху курочка такая вкусная. Она очень-очень горячая. Ой, боже. Fried mushrooms. Жареные грибы, ну, в общем, сверху в сухарях, типа того. И есть не хотим, ели, но сели в этот, в кафетерию. Ой, very hot. Очень горячая. Никола, deep it in there, Анечка. Hot. Deep it in there, cool it off. На вилку не накалывались, потому что они очень твердые. Ну, не наколешь на пластиковую, трудно. Вот этой стороной, говорит, наколола. И вот так вот, говорит, другой стороной вилки наколола. И вот так взяла. Ой, не могу. Не могу. Honey, it's mine. Ой, не могу. Очень вкусно. Грибы внутри, сверху эта курочка, классный соус, вкусный. Это сифутовое масло. Мы бы поели, но мы не то, недавно ели, не хочется. Когда хочется есть, времени нету. А когда не хочется есть, время есть. Написали ответ. Это компания в Америке. Регистрируешься. AAA называется. Три буквы A. Но это не insurance. Это просто компания, которая тебе помогает. Она откроет дверь машины, если ты ключи замкнешь в машине, захлопнешь. Если ты остановишься без бензина, если ты вот так вот сломался, как мы сломались, и так далее. Она поможет тебе. Ты звонишь, а не это та, которая поможет. Написала ответ, что ждите через полтора часа. Представляете, через два часа. Потом она написала полтора часа. Ближе к делу. Вот. Поэтому вот так вот мы вынуждены коротать время. Здравствуйте. Сегодня 2 марта. Два дня весны. У нас жарота. 26 градусов жары. Два дня весны. Так, а что мы едим? Бургер. Соленый огурец, пиклс они называют, не огурцами. Этот самый. То есть есть слово огурец, никогда не называют эти огурцами. Они называют соленья. Общим словом. Лук. Майонезом, наверное, булка помазана. Китайская капуста. И мясо, сыр. Вот, двойное. Так, это наггетсы. Наггетсы очень вкусные. Это хани мастард, этот горчичный соус. Это наггетсы. Куриные. Куриный фарш. Обмакнули в этот сухари и жарили. Ой, больно горячий и, по-моему, немножко пережаренные они. Угу. Да, Ханя? Ты фрай, но? Ханя, ну ты, Лена, but I think fry too much, а? Но? Ну, оформили на бед. Так.
Нам надо подождать полчаса по делам. Вот, а потом мы пройдемся по пляжу. Вот так вот Ханька выглядит так хорошо. В трусиках. Не, в шортах, да? Ну, похоже, как в трусиках. Какая разница? Длина одинаковая. Семейных трусов длина. Приехали сладенького взять. Хадман хочет сладенького. А вот это вот смузи, Ханя. Смузи у вас там. Эти. Лед перемешанный смузи. Но эти Данки Донатс, это такие эти, ну вот эти. Ой, господи, как их назвать? Не ват... Нет, они не ватрушки. Они кольцами сделаны. Дрожжевое, пончики, пончики, дрожжевое тесто. И они сладеньким политые. Ну, маленькому хочется сладенького, сладенького. Я уже видел сиденцев AARP, просто если у вас есть. You have a cinnamon caramel donut. Or just... Приехали сладенького взять. Хадман хочет сладенького. А вот это вот смузи, Ханя. Смузи у вас там. Эти. Лед перемешанный смузи. Но эти Данки Донатс, это такие эти. Ну вот эти. Ой, господи, как их назвать? Не ват... Нет, они не ватрушки. Они кольцами сделаны, дрожжевое, пончики, пончики, дрожжевое тесто, и они сладеньким политые. Ну, маленькому хочется сладенького, сладенького. Сейчас сладенького ему выдадут в окошко. Вот, бери маленький сладенький, сладенький, не маленький сладенький, а бери сладенького. Сейчас в окошко дадут пончики. Так оно, ну так, девочки. Так. Совсем другое, как он кофе. Yeah. Совсем другое по сравнению с пончиками русскими. Ну. А если хочется маленькому сладенького, что ж делать? Приехали сладенького взять. Хадман хочет сладенького. А вот это вот смузи, Ханя. Смузи у вас там. Эти. Лед перемешанный смузи. Но эти Данки Донатс, это такие эти, ну вот эти. Ой, господи, как их назвать? Не ват... Нет, они не ватрушки. Они кольцами сделаны. Дрожжевое, пончики, пончики, дрожжевое тесто. И они сладеньким политые. Ну, маленькому хочется сладенького. Говорит, они тут, у них тут жареные грибы есть. Ну, Чекерс место называется. Кто-то сказал, говорит, это в машине выгорит. А, сейчас, подождите. Two deep sea doubles and the fried mushrooms. Чекерс. Бюргерс, фрайс, это имеется в виду картошка. И колос имеется в виду этот самый. Колос-лоу. $5 ну, блюдо. Ну, это от 5 имеется в виду долларов. Не подумайте, что 5. Мы сейчас 10. Сейчас вот заплатил он за. Вот у них что-то тут мы прочитали, даже что-то с грибами есть. Мы даже не знали. Ой, грибы уже съела половина эти. Фрай, эти жареные грибы в этом, во фритюре. Вкусно. Так, и бюргеры. Is it chicken, right, honey? Is it chicken? Chicken you bought burger, or what kind of burger you bought? It's double fish, honey. А, fish, окей, рыбный. Рыбный бюргер, double, две. Два рыбного этого куска.
и зелень. Так. Да, два рыбных куска, между ними сыр. А ну, ханишо. Рыбные куски, между ними сыр. Так, и зелень этот. Китайская капуста, и, наверное, лук там. Вот такой бюргер. А это ranch соус. А это грибы остатки. Приятного аппетита.